привет! Меня зовут Диана. Я приехала в этот лагерь, чтобы научиться быть настоящим корреспондентом. Давайте узнаем, чего ждут остальные ребята этой смены. Я приехал в этот лагерь для того, чтобы добиться новых успехов, чтобы найти себе много новых хороших друзей. Ну, и для того, чтобы нормально отдохнуть. Я хочу покупаться, жду, пока выйдет хорошая жаркая погода, солнце, и нам разрешат искупаться. Чего ты ждешь от этой смены? Первое, чего жду, это новые знакомства, попробовать себя в новой сфере. Первое, то, что сегодня, когда приехал, просто удивился, что лагерь такой очень большой, много чего интересного здесь есть. Участники смены «Сильная Россия», «Здоровая Россия» не пускают свое время зря, а играют в волейбол. Девчонки, привет! Расскажите, пожалуйста, зачем вы приехали в лагерь? Мы сюда приехали командой, чтобы более развиваться, тренироваться, сплочиться, возможно, и также повысить свой уровень навыков. Мы приехали познакомиться с новыми людьми, подружиться и, ну, как бы приобрести новых друзей. Вот такие яркие, веселые ребята в нашем лагере. Ну, а что касается меня, я уже иду к своей цели. Всем желаю удачи! Меня зовут Ваня. Мне запомнился огромный стадион, который находится на территории лагеря. А что же понравилось другим ребятам, чего нет у них дома? Тут горы рядом, море. Можно выйти, посмотреть на море, на красоту, пофотографировать. Много разных знакомств, ну, много новых друзей. Все дружат, общаются. Тут можно найти новых друзей. И море рядом. Хороший воздух морской, очень красиво и чисто. Мы ходим на море, и когда их вкусная еда. Что, на твой взгляд, есть особенного в смене? Мне нравится пейзаж, очень красивые деревья. Я из Кирова, и вот таких деревьев у нас нету. Я, конечно, их видала, но здесь такой воздух, горы, холмы, очень красиво. И вот там есть аллея славы, и тоже очень интересно. Я ходила, смотрела с подругой, очень понравилось нам. Ну и, конечно же, самое зашкаливающее – это вот на самом деле природа. Мне интересно, нас водят на экскурсии, рассказывают нам интересные факты. Чем тебе запомнится смена? Мне она запомнится знаменитым турниром по шахматам и моим отдыхом. Здесь так тепло, то, что здесь так много людей, так красиво. Хорошие вожатые. Мне запомнится красота Анапы, лагеря смены. Думаю, что все участники получат еще больше впечатлений от смены. Я желаю всем побольше эмоций, впечатлений и новых знакомств. Пока!